Разведка доложила, что к нам приближается группа «Город 312». Ребят, я рад вас приветствовать. Привет, дорогая. Ну, слушай, вот второй букет. Два букета. Двум очаровательным девушкам. Ребят, я рад вас видеть здесь, на зеленой ковровой дорожке нашей. Ну, причем, ты знаешь, это же не подсадка, это настоящие фанаты. Скажи, пожалуйста, они следуют за вами по всем городам, ваши фанаты? Бывали во многих городах и сами многие из других городов. Это супер. Скажи, этот год, на мой взгляд, выдался для вас, ну, таким продуктивным. Одно потрясающее участие в рождественских встречах у Аллы, от чего стоит? Что? Горды. Нет, ну я не к этому. Какие еще были события в этом году? У нас были клипы сняты, и много разных песен новых написано, и туры были сделаны. В общем, и конкурсы разные, в которых мы принимали участие уже как жюри, члены жюри. Работаем, пишем, снимаем. Дай бог так всегда. Скажи, а нет планов сделать англоязычный альбом? Англоязычный? Солнышко, нас же могут не понять наши. Нам важнее наши, пусть даже за границей. Надо успеть, и чтобы те поняли, и наши не отвернулись. А давайте мы сделаем так. Мы сначала, чтобы все-все-все наши поняли, а потом займемся уже другими. Ну что ж, удачи вам, ребята. Прошу. Город 312. Ну и, конечно же, встречаем следующего гостя, который подъезжает к нам на дорожку премии Муз-ТВ-2013. Давайте вот эти чудные дорогие машинки с номерами 3-9 под названием «Бентли». Мы ждем их здесь. Поехали! Кто же у нас следующие гости?